красавицу Самару представляем. Отличница и золотая медалистка Гульназа Халилова для кремлевского бала выбрала платье нежного зеленого оттенка. Папа девочки аккуратно держит куфр, чтобы не помять снаряд. Родители провожают дочку на торжественное событие перед поступлением в серьезный вуз. Гордость, радость, все эмоции переполняют. Очень радуюсь за дочь, что у них есть такая возможность в такой группе огромной съездить с медалистами в Москву. 60 самарских выпускников отправились в Москву на выпускной кремлевский бал. Это талантливые, одаренные в разных областях дети, по большей части из многодетных и социально незащищенных семей. Для них эта поездка – настоящий подарок за успехи в учебе. Мама работает в аптеке, бабушка тоже раньше работала врачом. И вот мне понравилась эта работа, и я захотела стать медиком. Бал для самарских девчонок – сказка наяву. Конечно, очень хочется быть красивой и неотразимой. Все девочки с детства мечтают на бал. Вот наша мечта исполнилась. Исполнится вот 19-го. Ну да, и все рады будут, все нарядятся. Мы же любим девочки наряжаться, красить. Уже третий раз самарские золотые медалисты будут награждены памятными подарками от организаторов поездки партии «Единая Россия». Проводить выпускников на вокзал приехал председатель Самарской городской думы Александр Фетисов. Он хорошо помнит, каково это – стоять на пороге новой жизни. Конечно, эта жизнь только начинается, ребята на пороге новой жизни. Но они, я уже говорил, именно эти ребята, они задали очень высокую планку. Да, им сложнее, потому что этой планке сейчас надо дальше соответствовать. Всероссийская премия «Выпускник» каждый год уникальна. В этом году тема праздника – стартап. Кремлевский дворец для вчерашних школьников станет отправной стартовой площадкой в новую взрослую жизнь. Марина Кравцова, Марианна Мирная, Павел Пресняков. События.